Более сотни контрафактных деталей не допустили до ремонта воздушных судов в 2021 году. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил руководитель Уральской транспортной прокуратуры Владимир Дроздецкий. Он отметил, что в прошлом году в Уфо зафиксировано около 150 происшествий, связанных с авиатранспортом. Это примерно на треть больше по сравнению с 2020 годом. С удовлетворением могу отметить, что в отличие от других транспортных районов, от многих других транспортных регионов, не было допущено гибели людей. Но, тем не менее, тенденция тревожная. И основными причинами, конечно, это являются технические неисправности воздушных судов. Также прокурор отметил, что около 500 авиадиспетчеров отправили на медицинское переосвидетельствование, так как их предыдущие справки были составлены и получены в ненадлежащей форме. Кроме того, по результатам проверки заблокировали несколько интернет-ресурсов, которые предлагали приобрести поддельные дипломы Бугурусланского летного училища гражданской авиации и Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации.